Я уже говорил, что самое интересное в соревнованиях спортивных пар на этапе в Москве, это, конечно, противостояние Юка Кавагути и Александра Смирнова, которые уже на льду, и трехкратных чемпионов мира Алены Савченко и Робина Шелковы. Уже выиграли на этапе, один раз в этом сезоне на этапе в Японии Кавагути и Смирнов у трехкратных чемпионов мира. И понятно, что те приехали отреваншироваться. Три с половиной балла проигрывают Кавагути и Смирнов после короткой программы Савченко и Шелковы. Thank you.
как зачарованные следили зрители на трибунах за этой замечательной программой. Мертвая тишина периодически взрывается.